Конец игры. Мы мирные жители. Против нас маньяк и мафия. Ситуация сложная, каждый знает, кто есть кто. Шансы вырастут, если убить одного из них. Кого? Неважно. Но ночью умрет один из нас. Мафия побеждает. Что ж делать? Как же быть? Парадокс теории игр в том, что для победы мирных жителей нужно голосовать против своего. Тогда ночью сильные перебьют друг друга. Теория игр разрешила ряд других парадоксов социума и даже спасла мир от ядерной катастрофы. До встречи на курсе!